Друзья, единственная живая группа на нашей эстраде, которая согласилась работать с нами за еду, группа Джанко Бразерс! Здравствуйте! Добрый вечер! Мы рады приветствовать вас в знаменитом театре на Малой Бронной, где 424 года назад, в ноябре 1521 года, Иван Грозный разругался, мягко говоря, в усмерть со своим сыном. И вот здесь же, в этом славном месте, в продолжение этих славных традиций, мы предлагаем вам русский народный вид спорта – юмористические бои без правил. Друзья, мы снимаем сегодня 13-ю по счету передачу. Да, когда мы с Михаилом шли сюда на съемки, то, значит, мы встретили бабу с пустыми ведрами, беременную причем. Три черных кошки нам перебежала дорогу. Мы возвращались раза три домой, потому что Миша то забывал утюг выключить свой вот это, то, значит, плиту, то посуду мыл, воду все не выключил. Возвращались три раза. Потом, когда мы уже подходили к театру, прямо перед нами, представляете, ехала машина, посыпала дорогу солью, перевернулась. Но мы оптимисты. Нам чужды суеверия и предрассудки. Поэтому мы громко рассмеялись, и я трижды плюнул через левое плечо. И попал в милиционера. Поэтому все самое худшее с нами уже произошло, и мы с легким сердцем можем начинать передачу. Итак, встречайте. В синем углу ринга. Группа «Рефлекс». «Рефлекс». Вот они, блистательные, обаятельные и привлекательные. Но что скрывается за этим ярким фасадом? Наши редакторы, один через черный ход, другой через дверь в саду, проникли в этот дворец и подготовили наше досье. Пожалуйста, Татьяна. Наше досье. Группа «Рефлекс» создана в институте имени профессора Павлова. После 15 лет опытов на мышах и собаках ученые решили, что можно попробовать на людях. Клинические испытания показали, что группа «Рефлекс» повышает у слушателей мышечный тонус, улучшает пищеварение, кровообращение и повышает потенцию. Побочные эффекты – повышенное потоотделение, аллергические реакции, одышка, судороги и обмороки. Противопоказано беременным, шибко умным, людям, страдающим театральным образованием и солдатам срочной службы. В общем, оказалась довольно опасная группа. Я бы даже сказал, группа риска. Ну, я вот смело могу подойти к ним и поцеловаться. А? Почему это ты так, Михаил? Что случилось? И мне ничего не будет. Потому что Татьяна сделала мне прививки. Две. Одну сковородкой, другую ухватом. Итак, группа «Рефлекс». Прошу занять место в синем углу ринга. А мне кажется, Гриша обиделся, что ты его не поцеловал. Или испугался, что ты его тоже хочешь поцеловать. Что-то одно из двух. Я не знаю, что Или делать. Вы не сделали прививку соответствующую, Михаил.
Не хватило одной прививки, мне кажется. Ну что ж, друзья, а в красном углу ринга группа с еще более двусмысленным названием. Встречайте, группа «Премьер-министр». Депутат. Нет. Посол. Сам посол. Полпред. Группа «Премьер-министр». Ну что ж, для тех, кто устал от политики, для тех, кто не хочет видеть дальше собственного носа, для тех, чья хата с краю, кому все до лампочки, то есть для всех наших друзей и знакомых, и для подавляющего большинства россиян, для всех, кто живет и радуется, наши редакторы подготовили досье на этих товарищей. Наше досье. Группа «Премьер-министр» создана по личному распоряжению Виктора Степановича Черномырдина. Деньги на раскрутку группы были прописаны отдельной строкой в бюджете России 1999 года. В группу были собраны самые лучшие певцы, лучшие хореографы ставили танцы, самые лучшие композиторы писали музыку, самые лучшие клипмейкеры снимали клипы. В общем, хотели как лучше, а получилось как всегда. Группа «Премьер-министр», прошу занять место в красном углу ринга. Теперь я хочу подлить маленькую ложку меда в эту бочку компромата. Есть одна хорошая новость. Наши редакторы уволены. Чтобы еще больше поднять вам настроение, я вам хочу сообщить, что вы, в принципе, можете отказаться от боя. Согласно Дворянскому дуэльному кодексу чести, вы можете пожать друг другу, ну, я не знаю, хоть что угодно, руки, ноги, и отказаться от поединка. Предложение отклоняется, примирение невозможно. Ну что ж, тогда бой между командой Виктора Степановича и командой имени профессора Павлова объявляется открытым. Итак, первый раунд. Итак, наш первый конкурс называется «Конкурс дурацких вопросов». Конкурс, в общем-то, ни к чему не обязывающий, поэтому мы зачастую называем его «втягивающий». Несколько легких вопросов на уровне второго курса Высшей экономической академии финансов и управления при президенте Российской Федерации. Итак, внимание. Первый вопрос на наблюдательность. За какую ягодицу схватился Винни-Пух, когда в него попал пятачок из ружья? Когда Винни-Пух летал к пчелам. Пожалуйста. А это вопрос на наблюдательность? Конечно. За ту, в которую попали. И вообще... Блестяще. Реально. Так сразу не скажешь, что такие логики собрались в группе. За ту, в которую попали. Сейчас бы уточнить, в какую попали. Можете сразу вдогоночку? А? Ему, по-моему, в голову попали. Это вот, очень... То, в чем вы увидели голову, была ягодица, на самом деле. То, где у обычных людей. Может быть, группа «Премьер-министр», эти люди в черном скажут нам. Да, мы знаем. В левую, пожалуйста. В левую ягодицу попал. В левую. Мы уточнили, уточнили. Он часто смотрит Винни-Пуха дома. Это видно, кстати. Итак, правильный ответ. Внимание на экран. Спасибо. А если ты не выстрелишь, тогда испортить я. 3, 2, 1, fire. Понятно. Ну что ж. Спасибо.
Спасибо. Второй вопрос. Вопрос, кстати, на умение быстро считать. Сколько было пчел? Так, группа «Рефлекс», пожалуйста. Пусть будет 15. Пусть будет 15, действительно. Действительно, пусть будет больше пчел. Больше пчел, больше меда, в конце концов. Действительно, 15 молодец. Пчел. И ваш вариант? 10. 10. 11. 8. Люди южные сразу начинают торговаться. Такое ощущение. Пожалуйста. 10. 10 или 11. Пожалуйста. Пожалуйста, Александр. Это так, 10. Внимание. Прекратим эту бессмысленную дискуссию. Пожалуйста. Внимание на экран. Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь Дудькину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Кажется, дождь собирается. Кажется... Ну что ты? Ну безобразие какое-то. Спасибо. Следующий вопрос на память. Сколько раз пятачок стрелял по шарику? Пожалуйста. Отвечает команда «Рефлекс». Команда «Рефлекс». «Рефлекс», команда отвечать. Сколько раз пятачок стрелял по шарику? По шарику. Три. Если мы подскажем группе «Рефлекс», нам засчитается? Значит, группа «Рефлекс» уже, в отличие вам от вас, уже дала, все. Дала ответ. Три. А ваш мы ответ? Мы подскажем три. Дело в том, что я вчера смотрел этот мультик. Пожалуйста, наш вариант. Отличное знание советского кинематографа. Но, друзья... Стоп, подождите, я, честно говоря, знаю правильный ответ. Это не три выстрела. Правильный ответ другой. Просто цензура в советское время вырезала этот вариант. И у нас в архивах мы сумели найти тот правильный, единственный верный ответ. Пожалуйста, Александр. Внимание на экран. Стреляй! Четыре выстрела, друзья. Нет, а потом лично Брежнев посмотрел и сказал убрать этот момент. Поэтому группа «Рефлекс», конечно же, права оказалась. Да. Группа «Рефлекс» сказала три и оказалась права, да? Он случайно просто нажал, он уже все, они сняли кофе. Да, нервы не выдержали. Нет, просто все потом писали письма, продолжите сериал, мы очень хотим узнать продолжение приключений. Ну вот с таким Винни-Пухом трудно продолжать сериал. Да, да. Там просто да. И вопрос на сообразительность. Пожалуйста, внимание, это очень сложный вопрос. В принципе, мы готовили его для других команд. Почему, когда пятачок бежал к ослику, у него лопнул шарик? Пожалуйста. Да потому что он зацепился. Ну и, в принципе, конечно, из-за разницы атмосферного давления, в общем-то. Вы олицетворяете науку в этой группе, да? Да, немножко. Научный подход. Да, это хорошо. А, посмотри, черные братья. Нет, друзья, друзья. Мы задумали. Пятачок, наконец-то. Друзья, надо назвать... Подорвался на фугасе просто. Нет, да, понятно, что он там подорвался. Дело в том, что надо назвать первопричину. Да. Вспомнили, как он споткнулся, кувыркнулся, а шарик зацепился. Да. Вы знаете, мне кажется, это некачественная резина шарика. То есть он вовремя не перешел на зимнюю. Проблема в резине. Она зимняя должна быть. Не зимняя резина просто была, летняя. Так, а летом дело происходило. Да. Чего он должен быть на зимней резине-то? Глупо на было всякий так. случай. У нас есть собственный вариант, да, Михаил? Нет, у нас есть не собственный, а правильный вариант. Да. Вы сейчас придумаете свой вариант. Ничего подобного. Как из Брежнева. Спасибо. Спасибо, команда. Пожалуйста, Александр. Итак, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. Он вернулся. А
возвращаться плохая примета. Конечно. Поэтому шарик взорвался. И последний вопрос. Просто на уважительное отношение к людям. Сколько людей в группе Джанкой Бразерс? Пожалуйста. Вот видите, посмотри, на группу премьер-министр. Сразу пошли считать. И, кстати, меня удивляет, что они быстро не сосчитали. Нет, мы думаем, что кто-то просто выйдет из-за кулис еще. Мы пока не видим. Итак, понятно. Понятно. Семь, друзья! Семь хороших парней, играющих замечательно на своих прекрасных инструментах. Спасибо, это был первый раунд! И я предлагаю нашему жюри, которое мы выбрали буквально за несколько минут до начала программы, выставить оценки за первый раунд. Хочу сказать, что сегодня у нас жюри как никогда не подкупно и беспристрастно. Потому что сегодня оно состоит из членов секты «Юмористы седьмого дня». До них все шутки доходят на седьмой день. Поэтому оценивать они участников будут исключительно по человеческим качествам и внешнему виду. Итак, пожалуйста, жюри, ваши оценки за первый раунд. Прошу. Спасибо. Друзья, пока после первого раунда. Почему-то, я не понимаю почему, но лидирует группа премьер-министра из классного угла. Со счетом 7-7. Девчонки, а? Надо балл-то отыгрывать. Че, давай. Обе сразу, что ли? Не, по одной. Куда по одной, нам у нас не хватит, девчонок, понимаешь? У нас 5 раундов еще впереди. Конечно. Спокойно. Ирин, давай. Я на вашей стороне. Красиво только, сделай это. Можно сейчас вот без этих 3-4 сейчас? О, подожди, еще рано, под музыку, Ир! Ир, приготовься сейчас. Я просто не успел, она так сразу в колесо пошла. Все, тихонечко, встали. Ира, успокойся сейчас. Я по сигналу все. По сигналу. Ты второй раз. Второй раз можешь сделать? Итак. Кто эти люди, а? Скажи мне. Выскочки какие-то. Кто эти люди? Люди, которые хоть и нарядились в черные, но их все равно не взяли в группу Джанкой Бразерс. Молодец, Танька. Правильно. Я считаю. Все, приготовились. Итак, второй раунд. Это было сильнейшее объявление. А просто я такого не видел раньше, к сожалению. Ой, как? Девчонки, идите к нам работать. С выдумкой подошли, а? Как она ударила ее двумя ногами. Прям чуть не поубивали друг друга. А потому что у них конкуренция в группе. Конечно. Да. Они же должны как-то разбираться, кто умнее. А их четверо же было сначала. Но. Гриш, ты своего -то тоже объявляли так раунды и прям в сонную артерию попал ему. Спокойно, глаза сейчас убрали чуть-чуть. Прибрали. Прибрали яркость чуть-чуть в глазах, да? Контрастность прибавили тоже. Друзья, в нашем следующем конкурсе... А звук? Где звук? Очень хорошо. В нашем следующем конкурсе все происходит наоборот. Понимаете? Поэтому его правила звучат так. Александр. Понимаете? А теперь мы развернем то, что услышали, и получится, что нам говорил на самом деле Михаил. Один участник исполняет песню, причем второй ее не слышит. Потом мы разворачиваем запись, и второй участник должен ее повторить, а потом угадать, что же он спел. Браво! Хотя мы Михаила и записали, и все это послушали, но никто ничего не понял.
Вот в этом ваша беда, Александр, не поймите. Моя. Это конкурс такой дурацкий. Давайте на примере Михаила и Татьяны мы вам покажем быстренько, и вы поймете, в чем суть. А кто из вас сегодня будет петь, кто из вас сегодня будет слушать музыку? Я готов спеть. Так, выходите. Готов и послушать. А ты, Татьяна? Я буду петь. Ага. Тогда мы оба будем петь. Ответ неверный. Итак, поехали. Значит, один из членов команды, в данном случае Татьяна, выходит к микрофону и будет петь песню, фрагмент на русском языке, коротенькую, не больше 5-7 минут. А Михаил в это время нажимает, Михаил в это время, и бабах! Отлично. А вот почему видно, так отлично, знаете, Александр? Да, Михаил слушает Юмор ФМ, очевидно. Да, это радио да. Юмор ФМ. Там шутки, юмор, смех. Поехали. Как известно, мы народ горячий, и не выносим нежности телячьих. Хватит. Действительно, достаточно. Браво, Татьяна! Спасибо вам огромное за хорошую песню. Михаил, приходите к нам, у нас много интересного. Татьяна только что спела на русском языке песню. Да ладно. Да, серьезно вам говорю. Да не бывает. Вот, мы ее развернули в обратном направлении, вот что не у нас получается. Не меня. Песню. Песню. Послушайте, пожалуйста, целиком сначала. Хыща летний снег двойным сёдовни. Ища лек барана манса язык. Татьяны не стало, она села, по-моему, туда. Чтобы облегчить вам задачу, скажу сразу, это песня из мультика. А, вот как! Да, из немецкого. Ну что, поехали. Значит, ваша задача, Михаил, услышав все, что вы слышите, повторить как можно ближе к тексту и к мелодии, и мы это снова запишем. Итак, первая часть. А давайте еще разделим это на несколько частей. А я готов записать первую. А, первую, нечестно, пожалуйста. Миша, ты должен показывать, как это должно быть. А такую песню петь честно? Первая часть, Михаил. Готовы? Слушаем еще раз и пишем. Приготовились, пишем. Отлично, браво. Дальше. Ну, дальше элементарная часть, вторая. Да, вот, да, поехали. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Часа бы... А сколько песен вы записали всего, в принципе? Альбомчик маленький. А нельзя... Куда уже? Ну ладно, это одна хорошо. Фраза. Еще раз. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Еще там снег двойной. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Еще раз. Конечно, давайте еще раз. Давайте. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Последний раз и пишем. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Пишем. Хышка летняя снег двойной сёдовни. Браво. Это лучшее, что можно было сделать, ну, серьезно. Лучше вы не слышали еще, подождите. Лучше вот, впереди. Третья часть, элементарно, щелкаем как орехи ее. Приготовились, а вот сейчас пишем. Отлично. Сразу с налету предпоследнюю часть, вот она. Бараны там появились, слышали? В середине там явный баран был. Бараном язык, язык. А что они... Вы душили ее в этот момент, или? Она смотрела на вас, Михаил. Приготовились? Пишем. Ну, отлично, браво! Финальная часть, как орех. Приготовились, слушаем еще раз и пишем. Пишем. Отлично, есть! Михаил, браво! Мы записали все, что вы нам спели. Ну, по крайней мере, зря, Михаил, кстати. Михаил старался просто. Да. На самом деле, зря записывали. Нет, нет, ничего, не зря. Вот все, что вы нам сейчас записали, мы объединим в единое произведение, развернем опять задом наперед, и услышав эту песню впрямую, вы должны угадать, что это за песня. Понятно? Слушаем. Ничего не должен. Пожалуйста. Слушаем.
подачей получилось, с подачей. Не, ну настроение я передал этой песне. Из какого это блокбастера? Ну это там «Миссия невыполнима», что-то такое. Михаил, порадуйте нас названием. Русский фильм? Да, русский. Перевод с немецкого. Еще раз слушаем внимательно. Ну ладно, ладно, хватит. Михаил, это песня про телячьи нежности, я же вам говорила. Мы все по-разному. А как известно, мы народ горячий. Я просто плохо спела очень. Это я виновата. Как ты изуродовал-то ее, а? А вы поправили, Михаил. Я поправил, конечно. Итак, друзья, ну все стало ясно, по-моему. Да. Сейчас-то мы, наша очередь посмеяться уже. Пожалуйста. Итак, в этом конкурсе начинает группа «Премьер-министр». Конечно. Она запевает, а подпевает группа «Рефлекс». Пожалуйста, по одному человеку от группы. Прошу. Кто поет и кто отгадывает? Кто поет, а кто отгадывает? Мы будем слушать. О. Так, прошу. Пожалуйста, Жан. Гриша, пожалуйста. Гриша, сюда мы поставим тебе настоящую группу послушать. А втроем можно спеть? Втроем? Не-не-не. Ну, ребят, ну... Поменяли. Замена. Пожалуйста. А он-то думает, что будет пить Жан. Вот она шутка. Пожалуйста, Марк. Почему так путаются мысли? Мда-мда-мда. Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. Все. Браво, Марат. Спасибо. Марат, спасибо вам огромное. Вы обеспечили нам две программы вперед. Саш, давай, это очень долго. Ну, пополам сделай что-нибудь. Да. Что? Такое, смиксуй из двух строчек. Я разу. Вторую часть возьму тогда, да? Вторую, конечно. А ну, он уже распился. Я взял вторую часть? Да, пожалуйста. Послушаем. Все. А вы уверены? Смотря в чем. А, поехали. Там была нецензурная лексика, по-моему. Ну, а хорошая шутка программ, как-никак, конечно. Ну, давайте попробуем. По словам будем разбирать? Маэстро, еще раз, пожалуйста. Хорошо бы вообще предложение разобрать. Сказуем это. Вот давайте... Еще раз. Не, давай покороче возьмем первую часть. Да, покороче. Нормально. Готов. Пишем. Отлично! Вторая часть. Сразу с налету. Еще раз. Я боюсь. А не надо этого бояться. Нет, страшно, Гриш, только первый раз, а потом, Гриш, уже... ты ни при чем здесь, пойми. Ну, в принципе, первый раз не удалось. О, один раз не Adidas. Так тоже можно сказать. Давайте это еще, компьютер, давайте это не мы, еще, это компьютер. Вот хорошо, он. Еще раз. Руки чисты. Еще раз слушаем. Готов, готов, я готов. Пишем, пишем, пишем. Записано! Ну и третья часть. Как смог. Третья часть. Да. Там уже все вырезано. Пожалуйста. Еще раз слушаем и пишем. Приготовились, пишем. Отлично! Он сократил, правда, в два раза. Ну, адаптирует, немножко адаптирует, да. Последняя часть. Ну, это совсем просто. Еще раз. Еще раз. Приготовились, пишем. Бибистай, естественно. Бибистай. Можно еще раз послушать? Конечно.
How should we be strange? Приготовились, пишем. Есть! Записали! Ура! Все-таки, может быть, не будем слушать то, что записали, или нужно, да? Нет, мы послушаем, конечно, чтобы понять, что ничего не изменилось, даже если это разверну. Да. А так, конечно, мы послушаем. Значит, я напоминаю, вы должны угадать, что это за песня, на каком она языке и чем болеет человек ее поющий. Все. Приготовились? Слушаем. Жертвами жизни и срушные сны, жизни выстан двою жизни. А вы уверены, что вы перевернули ее? Да, 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 да. Я специально обратил на это внимание. Ну, в таком случае этот хит нужно послушать еще раз. Конечно. Но, уверяю, ничего не изменится. Жертвами жизни и срушные сны, жизни выстан двою жизни. Тема доносится песни, в принципе. Да, ну, про жизнь, про жизнь. Про молодец, жизнь. Молодец. Так, про жизнь, да. Про тяжелую, судя про по песне. Про твою жизнь. Нет, не про мою. Не про твою. Не про мою. Про мою? И не про твою. А про чью? А вот давай еще раз послушаем. Давай. Последний раз слушаем. Да. Жертвами жизни и срушные сны, жизни выстан твою жизни. Там есть, там есть такой персонаж, Дезра. Жизни-ни. Жизни-ни, она так и называется, эта песня. Ну, я могу сказать только одно. Вот сейчас будет наш конкурс, мы сейчас тоже песню споем. Песня-то хорошая была, понимаешь? Я верю, верю, верю. А исполнено тоже талантливо было. Да. Вот как пел ее Марат. Да, ну. Я к тебе пришла из прошлой жизни, в этой мне с тобою жизни нет. Вот как это было! Ну, фактически я отгадал. То есть я же сказал про жизнь. Про ну, жизнь. Отгадал и садись тогда. Отгадал, садись два. Теперь поет группа «Рефлекс», а отгадывает группа «Премьер-министр». Пожалуйста. Ответственный за этот конкурс Марат Джанышев. Кто поет от группы «Рефлекс»? Какой универсал, Марат, а? И поет, и отгадывает, а? Но пусть, пожалуйста, мы не против. У нас есть? Сейчас мы его оглушим чуть-чуть. Сергея Пенкина даем слушать последний альбом. О-о-о. Это предпоследний, судя по движениям. Можно? Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. Отлично, спасибо. Достаточно. Вот теперь аплодисменты. Дело в том, что когда мы пишем, они, естественно, записываются, и потом Марат будет слушать. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Вам спасибо. Марат, отвлекитесь. Нравится от Пенкина. Ему. Пенкин он затягивает, я предупреждал. А, пожалуйста. Марату не грозит. Мы ничего с песней не сделали, просто развернули ее в обратном направлении. Слушаем. Я уберу для пса, а дава мжу лапи, ног, шипи, жульку, вынесну, дюк. Я, в принципе, догадался, что за песня. А, пожалуйста. А, пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам. Давайте еще раз. Марат! Это фантастика, друзья. Такого не это было не давно у нас. Это кто-то сейчас по башке получит. Может быть, это дело в Пенкине? Может быть, Пенкин слабо пел просто, я не знаю. А? Ну, скажи честно. Ты слышал? Там Марат Смит колбасил просто. Ребят, ну давайте, ну это смешно просто. Ты что думаешь, ты так отбудешь от нас прямо так хорошо, отстанешь? Давай, конечно, приз. Давайте еще одну песню. Давайте, а мы давайте сами загадываем. Нет, пусть Ирка загадывает. Ирка еще загадывает. Она ну, друзья, опять, хорошо. Опять. Марат просто. Слушайте, а может он слышит наоборот просто? Может у него все в прямой песне звучат наоборот? Михаил. А. Так нечестно. Поддых дам, дайте ему. Да, давай. Сейчас он будет слушать, и я буду его в такт бить по голове. Поддых не давайте. Хорошо? У нас так, концерт знаешь, еще. Сейчас мы последний альбом Пенкина дадим. Это-то покруче будет. Да. Еще неизвестно вообще, как он вернется. Наушники у него точно выходят? Не, наушники есть, есть, там есть. Точно? Видишь ты? По-моему. Просто уже человеческое в нем изуродовано окончательно. Прослушать два альбома Пенкина, это не каждый выдержит, я... Мне пожалуйста, кажется, попейте. Он там громкость убирает. Не-не, нормально. Ребята пьют просто коньяк. Давайте, давайте, отсюда оба. Все, пошли. Нет. Пошли, пошли. Не убирайте ему наушники. Ребят, ребят, давайте сваливаем. Попили и обратно пошли. Поехали!
Голубой вагон бежит, качается, скорый поезд набирает путь. Отлично! Есть! Ой, я боюсь уже ставить. Ставить боюсь. Та же песня, вот послушайте ее еще раз. В обратном направлении. Ваши варианты? Ну это уже сложнее. Ну можно еще раз прослушать, кстати. А давайте. Не, давайте разбирать по частям. Поехали! Первая часть. Приготовились, слушаем, еще раз и пишем. Приготовились, пишем. Есть! Браво! Как он пародирует Ирину, посмотри. Да, он ее такое придыхание какое-то такое. Вторая часть. Цеопирокс. 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 Приготовились, слушаем и пишем. Цеопирокс. Пишем. Цеопирокс. Есть! Записано. Быстренько третью часть. Настоящий. Приготовились, еще раз слушаем и пишем. Настоящий. Пишем. Настоящий. Есть! Записали! Предпоследняя часть. Где-то живот. Где-то живот. Где-то живот. Приготовились, слушаем и пишем. Где-то живот. Приготовились, пишем. Где-то живот. Есть! И финальная часть. Ты же и много. Вот она, вот она, вот она. Павел Булат. Павел Булат. Павел Булат. Ага. Закончила петь. Павел Булат. Приготовились. Еще раз слушаем и пишем. Павел Булат. Приготовились, пишем. Number White. Есть! Браво, Марат! Number White. Не, ну... Я уж, если человек отгадывает песни задом наперед, то впрямую, я думаю, там вообще вопросов не будет никаких. Но так или иначе, давайте послушаем, как это получается. Итак, мы объединили все эти куски, развернули в обратном направлении. Слушаем! А сейчас можно? Вот, вот знаете, как вот в детстве. Как в детстве нам говорили, все тайное всегда становится явным. Вот наврали в первый раз, вот теперь расхлебывайте. Ну, голубой вагон бежит, качается. Парадная группа, премьер-министр! Голубой вагон бежит, кончается, так спел Марат. Кончается, конечно. Когда-нибудь он должен кончиться, действительно. Согласен. Итак, уважаемые жюри, вам решать. Пожалуйста, оценки за второй конкурс. Прошу вас. Спасибо. Друзья, я подсчитала. Удивительно. Удивительно. И что получается, Татьяна? Опять лидирует команда из «Красного угла» под названием «Смешным премьер-министр». Со счетом 21-9! И мы предлагаем еще раз пройти девчонкам. Потому что... Отыграться, так сказать, тогда девочки. Оно пойдет лучше, поверьте. Конечно, давайте. Поверьте, девчонки. Ну только так, давай. Че, все-таки без сапог. Все-таки мешают тебе каблуки, я чувствую. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Ты все не... Давай мы поможем как-то тебе, что... Вот так, да? Центруем. Так, отвернулись быстро. А, премьер-министр. Ага. Тяжело вам. Тяжело им. Пусть помучается. Итак, внимание... Третий раунд! Mm-hmm.
Молодец. Просто молодчина. Спасибо тебе. Ну что, еще раз голосуем сейчас. Сейчас можно было бы, да. Сейчас бы можно было бы. Но будем иметь в виду. Я всегда знал, что это самое вообще... Кто? Вот это место в программе. Вот это вот, которое сейчас показывали премьер-министру? Это да. Нет, я имею в виду, вы нас табличку. Ну, Татьяна, ну что? Самое «ма». А потому что всем хочется посмотреть. Все-таки вот все время везет премьер-министр. Не говори. Все бы хотели посмотреть, а смотрит только премьер-министр. Да. Ужасно. Работа такая. Понимаете? Шоу-бизнес. Льготы вот эти все. Друзья, а сейчас наш интеллектуальный конкурс. Почему-то так совпадает, что интеллектуальный конкурс появляется у нас в программе только тогда, когда приходят певцы. Мы, честно говоря, с каждым разом пытаемся его упростить. Сначала мы использовали тесты для детей с неторопливым развитием. Потом мы брали за основу этого конкурса тесты на беременность. И все равно получалось не очень. Поэтому сегодня мы опустили планку еще на один уровень. Сегодня наш конкурс основан на тестах для водителей в нетрезвом состоянии. Тема – застольные песни. Вам нужно, друзья, вычеркнуть из ряда слов, которые вы видите на этом экране, одно лишнее слово. А правильный ответ содержится в популярной песне к популярному кинофильму. Вот все такое у нас сегодня популярное, понимаете? Да. Популярные певцы, популярные кинофильмы. Мы с Татьяной тоже приехали не из деревни. Так что удивительным образом все совпало. Для проведения интеллектуального конкурса. Итак, Александр, начнем. Поехали. Мы знаем. Пожалуйста. Какое слово лишнее? Беспредел. Слушаем ваш музыкальный вариант ответа. Ваш музыкальный ответ, пожалуйста. Беспредел — это правильное. Нет такого слова. Все остальное у нас складывается. У каждого мгновенья свой резон. Ну, подпевайте. Свои колокола, своя отметина. А что вам с Кобзоном западло попить? Мгновенья раздаю, кому позор. Кому бесславие, а кому бессмертие. Я понял, друзья. Под эту фонограмму может любой человек рот открывать. Даже женщина? Даже Кобзон. Итак, следующий, пожалуйста, вопрос. Приготовились? Внимание на экран. Прекрасная... Девчонки, не надо делать вид, что вы не на этой передаче снимаетесь. Отворачиваться куда-то не надо. Ну, будем подсказывать, Михаил, наверное. Да. Напоминаю вам, как хорошо, помните, с табличками работают они. Не забывайте об этом. Это главное потому. Пожалуйста. Вы знаете, я вот возьму инициативу на себя. А мне вот кажется, это опасно, да. Но мне кажется, что душа, вот лишнее слово здесь. Душа — лишнее слово. По каким параметрам вот вы это определяете? Как вы понимаете, считаете? Жизнь — хорошо, в жизни есть судьба. После жизни всегда смерть. А при чем здесь тогда душа? Как, а после душа-то она же... А душа, она после... Ну, если только так. Вообще-то мы говорили о популярной... А вы не могли бы вот то, что вы говорите, как-то в песню сложить? Получается у вас песня какая-то? Ну, у него, может, рэп получается. Жизнь, судьба, судьба, душа, смерть. Децл поет все время вот с этим текстом, я знаю. Все песни у него включают жизнь, судьба, душа, смерть и еще два слова. Ну, нам-то нужно одно вычеркнуть. Какие два слова? Да. Йоу-йоу. Но их-то нет здесь. Вот их и не достает. Йоу. Йоу. Не то, что не достает, а одно лишнее. Ну, слушаем ваш ответ, друзья. Группа, например, министр, пожалуйста. Мне кажется, смерти нет, наверное, все-таки здесь. Жизнь, судьба, душа. А песни мы не знаем. Здесь такой йоу-йоу не хватает. А ну-ка, подождите-ка. А у нас, по-моему, все, вы подсказку из зала принимаем? Да.
Пожалуйста. Вы за кого сейчас? Погодите, вы за кого голосуете сейчас? За синих? Ну? Не вешать нос гардемарины. Подождите, сейчас, секунду. Не вешать нос. Гардемарины, дурная жизнь, и хороша, йоу, единый парус и душа, йоу, единый парус и душа, йоу, судьба и родина, единый парус. Спасибо, спасибо. Ну и кто у нас победил? Девушка. Следующий вопрос. О, мы знаем. Это пожалуйста. Итак, слушаем ваш ответ. Какое слово лишнее? У рябины. Рябина лишняя. А какая песня? Я спросил у Ясеня. Так. Где и... моя? Нет? Где моя любимая? Рябина? Где моя береза, блин? А он мне не ответил, блин. Где же моя дубина? А где дубина? Дубом, блин. Девочки, есть вариант у вас? Какой вариант? Девочки, почему-то мы их называем все время. И Гриша. Ну, судя по всему, песня «Я спросил, я сегодня...» Отлично. «Где моя любимая?» Отлично. А он мне не ответил, блин, у березы, блин. А еще какие-то есть варианты у группы премьер-министра? А есть, вот сейчас ребята совершенно новый вариант подготовили. Пожалуйста, ребят. Пожалуйста, да. Я спросил у Ясеня. Ага. Михаил, а давайте спросим у Ясеня. А Ясень не пришел сегодня. А дуб? А дубы пришли, да. Дубы пришли. Помощь зала берем. Кто знает ответ? Какой? За какую команду? Так, вот. За какую команду? За какую команду ответ? За рефлекс лучше. А ты вообще там... За рефлекс. За рефлекс. И вы говорите, что это песня из кинофильма «Москва слезам не верит». Александра, Александра. Какое слово правильное из этих двух? Йо, йо. Йо. Итак, какой же правильно, как мы будем... Так давайте посмотрим на экран, Михаил. Прям посмотрим на экран. И пусть девчонки подпевают. Девчонки, вы хоть подпоете, нет? Москву рябины красили. Пойте, девочки. Мы стояли князями, но не они, а ясени. Без спросу росли. Вальсок, вальсок, Михаил, вальсок! Вальсок! Что вся на весну оденется, Москва найдет для деревца хоть капельку земли. Ой. И вот Александра, Александра, что там бьется? Спасибо большое! Великолепно! Великолепно группа «Рефлекс» спела песню. Просто блестяще! Ну что, будем продолжать или выгоним их и будем с залом работать сейчас уже? Да наберем команду и да, все, и что, и сделаем. Еще нормально. Будет один вопрос? Ну давай один еще, на всякий один, случай. Еще один, давайте. Ветер, облака, гора, высота. Йоу! Отлично. Есть наши люди в зале. Все-таки Децл ходит к нам на программу. А его просто не видно. Итак. Ветер, облака, гора, высота, йоу, пати, йоу, йоу. Не сбивай, не сбивай. Ладно. Но! Ребят. Ну, горы нет, наверное. Как нет горы? Магомеду ушел. Так, ну. Магомеду ветер, пошла. Облака, высота, может быть, это облака, белогривые лошадки, может, что-то такое. Ну, а кто там, где и там ветер, высота? Ветер, белогривые лошадки, ну, и высота, белогривые. Высота, где-то там и ветер, может быть, есть, и высота. А еще какие-то вот, какие-то варианты есть? Может, с горой что? Из кинофильмов Магомеду вообще-то. Ушла. А? Песня. Гора ушла у него. Так. Ребят, сейчас к вам обращаемся. Вы тут, я вижу, да. Девчонки! Ну! Можно этот конкурс опустить? Куда же его опустим-то? Уже ниже некуда. Некуда уже. Давайте, девчонки, соображайте чуть-чуть. Но! А, это самое... А мы монтажники и высотники. Тара-та-тара-тара-там, тара-п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 а
Трепал на кудри ветер высоты и целовал.
упали облака, слегка на высоту такую милую ты уж не посмотришь свысока. Группа премьер-министр! Да! Марат, медаль, куда она поедет? Уже прям золотую, золотую. Лейтенант! И я, понимаешь, сейчас думаю над вопросом, чем же берет группа «Рефлекс»? А мне кажется, она уже показывала. Тут... В принципе, я считаю, что это нормально. Конечно, нормально. Мы вообще обычно этим берем. Этим мы еще буквально тремя-двумя местами. Сейчас мы дадим им шанс. Сейчас мы дадим, до них шанс. Ты хочешь сказать? Я предлагаю сделать таким образом. Может, в другое русло. Сейчас ты, Алена, еще раз проходишь с табличкой до голосования. Но лицом да? группе премьер-министр. А потом мы даем проголосовать жюри. Хорошо? Так я предлагаю сделать. Конечно. Но... Мы предлагаем сделать то, что ты делала с премьер-министром. Спасибо. Подключить зал чуть-чуть к этому. Нет. А? Если бы она показала это залу. Мне все равно боком, поэтому чего вы на меня смотрите? И так а ребятам по барабану вообще. Что, Гриль, пойдете? Давайте, ребят. Михаил. О, ну Григорий, наконец. А на Гришу мы не будем смотреть. А может, на Гриша, а Гриша для женской аудитории будет работать. Музычку, может, поменяем? Да, сейчас их куда-то они пошли раздеваться. Они сейчас. Украли у нас табличку. Сейчас. О-о-о-о-о. Ух ты! Итак, четвертый раунд. Я ожидал большего, конечно. Вот если бы она вынесла Гришу. А он бы сидел спиной к зрителям? Да. Ну а теперь давайте проголосуем третий раунд, друзья. Уже после того, что вы увидели, узнали этих людей поближе. А вот и замелькали синие таблички, смотрите. А как вы думали, Григорий? Конечно. Для этого и было сделано, чтобы хоть одна замелькала синяя, понимаете? Итак, жюри, пожалуйста, оценки за третий раунд. Прошу. Вау! Спасибо! Да. Счет после третьего раунда 20-25 в пользу команды премьер-министр. Но зато уже всего 5! Ну что ж, правила нашего четвертого раунда мы взяли из бразильских сериалов. Как... Можно без этих оценочек? Как-нибудь сами разберемся, класс или не класс? Удивительные люди просто собрались. Правила нашего четвертого раунда мы взяли из бразильских сериалов. Когда одна серия не связана с другой, но, тем не менее, они объединены одной какой-то очень глубокой мыслью, которая подвластна только женской логике. Вы должны отгадать, что находится во второй половине картинки. Причем вы можете задавать нам вопрос, но не более 15, на который мы должны отвечать либо «да», либо «нет», либо… Либо спите, дальше ничего не происходит. Да. Раньше мы ограничивали число вопросов 15. Ну вот сейчас, действительно, я подумал, учитывая…
состав участников. Наверное, мы... Мы дадим группе «Рефлекс» 25 вопросов. Ты это хотел сказать? Я хотел сказать 45. Ну что ж, сначала мы покажем картинку целиком только для зрителей, но объявим, что начинает в этом конкурсе выступление команда группы... А премьер-министр, начнем с них, пожалуйста. Выйдите, пожалуйста. Пожалуйста, выходите сюда. Сейчас обратите внимание на бас-гитариста группы Джанго Брадерс. Внимательно рассмотрите его с головы до ног. Отверните, пожалуйста. Пожалуйста. Отверните сюда, посмотрите. Полностью, ребята. Посмотрите туда, пожалуйста, все время. Да. И пока мы вам не скажем, не поворачивайтесь к нам, хорошо? Не посмотреть. Мы на Алену покажем целиком картинку. Вот она выглядит так. А на Алену можно смотреть? А теперь закроем на ее. На Алену, на Иру. На Гришу не будем смотреть. Закроем ее половину. Пожалуйста! Прошу вас. Ребята, внимание на картинку, задавайте вопрос. Смешно. Мы так подумали, что у них, по-моему, уже полные... Так как они несут бидоны свои уже с водой на голове, да, они, видимо, заполнены уже водой, и они идут, наверное, к хижинам к своим. Домой. Вы вообще хотите спросить историю жизни этих женщин? Или вы хотите узнать, что находится в другой половине? Где-то в Кении, видимо, живут. Пошли на водопой. Ага. О, не на водопой, а на вода... Они живут, как мои предки, цыгане. Ага. Наверное, у тебя более цивилизованный предки. Так, еще дальше что вот, они пошли, набрали водички, да. Поставили себе кувшинчики на голову, да, пошли к детишкам к своим. Так. Постирать, приготовить чай. Ага, женщины идут к хижинам, короче. И да. Жилье типа какое-то, жилье. Вот и вопрос. Не жилье, а жилье. Ребят, молодцы. Кибитки, Давайте по очереди. Отвечай на вопрос, есть ли там жилье. Домой идут, нет? Может быть, они идут домой, но на второй половине картинки жилья нет. Там, значит, дети маленькие стоят. Воды просят они. А что, если там просто продолжение песка? Вот это действительно смешно. Вот видно, кто у вас автор текста. А может быть, стоит какой-нибудь... Порш Каен, наверное, может быть, какой-нибудь стоит здесь. Кстати, у меня такой... Можно вопрос один задам? Вам интересны ответы на ваши вопросы? Так, идут домой. Я объясню. А, давай, ага. Сейчас пока Слава объяснит, так сказать, адаптирует правила конкурса своим иностранным товарищам. Нет, они сейчас рассказали пару-тройку анекдотов смешных. Нам-то расскажите, там дети так? Есть, нет? А, вернулись, так. Детей там нет, друзья. Машины есть? Машин тоже. Деньги есть? Денег. А львы, ребята, может... вот не заметьте, кстати, в какой последовательности все появляется. Подъезд дома, может быть, какого-то большого, многоэтажного. У нас в Петербурге говорят парадная. Ну, пускай будет парадная. А, нет, парадного тоже нет. А черный? А может быть, это... Черного тоже. А, черный вот здесь, на левой. Я к тому, что... Черный есть. Да. В каком направлении они двигаются? Я могу сказать, в каком направлении они двигаются. Сколько стоит? Справа налево они идут. Вот сейчас. Мы даже можем сказать примерно, с какой скоростью они двигаются. Да, кстати, известно, с какой скоростью они идут. Да. Они быстро идут? Да, очень. 3 км/ч. Нет, сколько? Больше. 3. Больше. 3 нет, это очень мало. Гораздо больше. Я вам так скажу, все равно... Они идут в баню, наверное, скорее всего. Ну, с такой скоростью, да. Нет, они идут не в баню. Да? А откуда ты знаешь? Средняя скорость движения этих людей 180 километров в час. Спасибо, да. Александр. Спасибо, Саш. Вряд ли им что-то это добавило. Значит, они очень хотят туда попасть. Ну, естественно. У вас картинка каким-то образом вот так можно сдвинуть? Хотя бы еще чуть-чуть. Вот. Ребят, к сожалению... Приоткройте нам, пожалуйста, нижнюю часть. Мы же договаривались, что... К сожалению, мы черпали сведения о вас в интернете. И поэтому там дается очень оптимистичная картина. Поэтому, к сожалению, сейчас мы не готовы технически подвинуть картинку. Давайте пользоваться той частью, которая есть, ребят. Значит, мы поняли, что эти бедные, черные, угнетенные женщины идут с огромной скоростью 180 км в час вот в эту сторону. А там мужчины. Что они несут? Не важно. Да. Мужчины, а там мужчины! Мужчины там! Неужели это мы? Нет. С копьями? Господи. Без копий, друзья. Может быть, там артист какой-то? Может быть, но забудь, это сразу забудь. Забыли. Выкини. Мужчина. Выкини артиста. Выкини. Может быть... Может мужчина быть. С тележкой с какой-нибудь? Не надо тележки, ребят. Но микрофон у него есть в руках? Нет, нет. Микрофона нет, но у него другой прибор. С бубном. Просто мужчина с прибором, просто огромным. С бритвой. И он знает, что скорость 180 км в час. И он знает, что скорость 180 км в час. Гаишник! Молодцом!
откуда там гаишники? Боже вот так, мой. Одним ударом так в конце, раз и все. Представляешь, они три раунда строили вот этот светлый замок. Что ждет рефлекс? Который разрушился на наших глазах прям. Что ж тогда рефлекс ждет, мама? Боже мой. Фу. Что покажет группа рефлекс сейчас? Это мы знаем. Не, что ждет ее? Алена! Прошу, группа рефлекс. Сейчас ваша очередь. Да. Посмотрите на бас-гитариста. Вот. Его зовут Александр Александрович, он играет на бас-гитаре. Значит, зрителям мы показываем, вот эта половина картинки сейчас мы не показываем. Не подсматривать команде. Нет, а вот сюда тоже не смотрите, у меня тут все дублируется, ребят. Смотрите ровно на Александра Александровича. На Александра Александровича смотрите. Открываем вот эту часть. Так, и закрываем ее. Пожалуйста. Прошу. Ну, засекаем время, идем на рекорд. И идем в магазин. Одушевленно или нет? Вот это уровень! Вот это, о! Неодушевленный! Скажите, а вот там, кто находится, он коллега тому человеку или не коллега? Это... Стоп! Давайте сразу отсечем лишних. Работай, девочка, одна. Вот так сразу. Давай. Нет. Это мужского рода? Возвращайся. Так, возвращайся. Нет, а что, существительное мужского, женского, среднее? Я же не спрашиваю, какого лица. Чувствуется, что она недавно закончила изучение русского. Молодец. Окей. Значит, ответим сразу на все вопросы. Это неодушевленный предмет. Какой второй был вопрос? Какой про мужчину? Рот какой? Нет, рот. Мужской, женский, средний. Рот мужской? Мужской. Мужской, к сожалению. Поэтому большой, как говорится. Ну почему так? Ну, так уж анатомически. А он издает какие-то звуки? Издает ли он звуки? Да. В принципе, а он издает звуки. Но они, конечно, стараются каким-то образом скрывать эти звуки, как-то убрать эти звуки, как-то их минимизировать, извините, за это слово вырвалось. Пожалуйста. Будем молчанку играть? Или задавать вопрос? Это не связано. Ир, давай. Давай. Ну. Он круглый или квадратный? Ты знаешь, он и круглый, и квадратный. Оба этих вопроса правильные, на самом деле. Больше не мне нравится. Я бы даже ответил, он крепкий. Это приспособление состояния само передвигаться? Нет. К нему прилагается несколько человек. Чтобы они, как бы сказать, раз и передвинули его. Что вы сбиваете? Друзья! Небольшая подсказка. Этот предмет сам не передвигается. Но и люди, которые его передвигают, тоже сами потом не передвигаются. Понятно? Понимаете? По-моему, отличная подсказка. Снимаю свою подсказку. Ну сразу в точку давайте, это же понятно сразу же. Это радиоактивное. Ну до такого состояния не доводят, конечно. Я сейчас посмотрел. У нее все впереди, мне кажется. Молодец. То есть она все-таки, вот радиоактивность, она же знает такое слово. Ну, они в 8 классе-то проходят это? После русского. В 9-м, вот, говорят люди. Это надо включать в розетку? Что-что? Это надо включать в розетку? Не-не-не, не надо включать в розетку. Это самогоночный аппарат? Вот. Друзья. Вот чем берет группа «Рефлекс», дорогие друзья. На самом деле, конечно, очень много комментариев сейчас накопилось. А вы, блондинки, блондинки. Ну да. Ты-то вообще промолчала всю дорогу, уж знаешь. Но ты-то провела себя как блондинка, точно тебе хочу сказать. Настоящая. Прям настоящая. А Алена, наверное, крашеная все-таки. На самом деле. Алена, недаром она все время скидывает сапоги. Какое слово-то было использовано? Самогоночный аппарат. А как? Ну, почему? Вот она, понимаешь, она говорит, как там главное? Есть, говорит, розетка есть? Ага. А потом говорит, нет. Она говорит, тогда это самогоночный аппарат. Самогоночный аппарат. Конечно. Боже мой, ну вот. Вот это логика. Есть неженатые богатые мужчины в зале? Оставайтесь потом. Есть либо богатые, либо неженатые, понимаешь?
Я сейчас про тебя вообще молчу. Я, кстати, отношусь и к тем, и к другим. Нет, в смысле... Сейчас ошибка. Мистейк. Ни к тем, ни другим ты хотел это сказать. Я как раз хотел ни к тем, ни другим. А получилось и к тем, и к другим. О чем мы сейчас говорили? Об Алене. Об розетке. Об розетке. И вы знаете... А мне кажется, у меня еще одно замечание. Пожалуйста. Вот Алена, она очень умная девушка, потому что она очень... Знаете, она как дельфин. Она потому что, когда хлопает, она вот так хлопает тебя. Вот так. Потому что... А дельфины очень умные животные. Вот она прям вот так вот хлопает. Кстати, говорят, что дельфины... умнее людей. Их поэтому используют в шоу-бизнесе и в ВПК. Но об этом чуть позже. О дельфинах наша следующая программа. Итак, закончился четвертый раунд. И пока идет подсчет голосов, мне хочется сказать несколько слов о радио Юмор-ФМ. Вот буквально так. Радио Юмор-ФМ. Шутки и песни. Все. Как говорится, не убавить, не прибавить. Громкость, я имею в виду. Итак, друзья, я сейчас обращаюсь к жюри. Ну, мне кажется, и так все ясно. Да? Мне кажется, Алене не надо больше ходить тут гоголем. Да? Чтобы было нормальное голосование. А? Я правильно понимаю сейчас, жюри? Да? И вообще мы любим животных. Давайте. Пожалуйста. Итак, Татьяна, нас тут всех очень интересует, а какой, собственно, счет после четвертого раунда? А кого это вас тут всех так это интересует? А вот мне только что звонили друзья. Друзья, со счетом 34-26 лидирует группа «Рефлекс» из Зеленого! Доигрались! Вот так! Сейчас мы закрепим это все. Давай, Алён. Нет, пусть эти идут. Кто? Вот эти мрачные люди. Вот эти в чём? Ну, давай. Давай, группа премьер-министр пойдет. Ну, вы просто спародируйте группу «Рефлекс» там, например, я не знаю. Приготовились? Только по сигналу, ребят. Микрофончик тебе не понадобится. Будешь беззвучно ходить. Как рыба. Да, сейчас. Раскомандовались тут. У нас группа высокотехнологичных роботов, они распознают голоса. Итак, приготовились? Встали, зафиксировались. Пятый раунд. Друзья, последний пятый раунд. Наконец-то наши участники сядут на своего любимого коня. Дело в том, что наш пятый конкурс посвящен архитектуре армянского царства V века. Немножко напряглись, особенно группа «Рефлекс». Ну, это так, легкая шутка. Может быть, она не такая хорошая, как все предыдущие, зато она запомнится как последняя в этой программе. Шутки закончились, началось время серьезной музыки. Итак, на выбор нашим участникам предлагается 4 музыкальных стиля в музыкальном пятом конкурсе. Но подробнее о нем Александр Пушной, прошу. Спасибо, Михаил.
Ну, как вы уже знаете, мы берем известную народную песню. Сегодня это будет песня «Ой, цветет калина в поле у ручья». И делаем ее в четырех вариантах так, чтобы ее никто не узнал. Для этого мы взяли четыре стиля сегодня. Это современная эстрада Турции. Вау. Армянская свадьба. Вот это тонко. Угу. Постпанк. Постпанк это что значит? Это тонко. Это тоже тонко. Угу. Там, где, собственно, и рвется. Вот. И новый стиль. Ну, эти тоже, собственно, новые. Вот этот самый новый стиль. R&B. 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 Микрофон засовывать в рот? R&B. Конечно. R&B. Волею случая у нас так получилось, что, в общем, стиль постпанк и вместе со стилем эстрада Турции досталась группе «Рефлекс». Удивительно. Удивительно. Вот. А стиль R&B вместе с армянской свадьбой группе «Премьер-министр», друзья. Удивительно, почему же? Итак, давайте, первыми на сцену приглашаем группу «Рефлекс». Мы тут недавно познакомились с четырьмя турками, судя по количеству. Одного убили, осталось три, вот шапочки. Что такое? А, вот так убили, или вот так? А размерчик побольше нет? Пожалуйста, вот возьмите мягкий вариант такой. Облегающий, так сказать. Значит, друзья, я вкратце объясню, что самое главное вот в этом стиле. Mm-hmm. Девушки и юноши, самое главное в этом стиле одно. Выучить вот это место. Муа! Давайте повторим вместе. Потому что, по сути дела, кроме вот этого, вам ничего не понадобится. Послушаем еще раз. Итак. Муа! 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 Отлично. Ой-ой, а можно мальчик не будет целовать? Так это же турецкая песня, Миша. А, да, точно. Я же по-турецки это сделал сейчас. Значит, давайте поймем примерно, как мы это будем делать. Спасибо. Вариант сделать что-нибудь эдакое группе. Премьер-министр, группа «Рефлекс». Пожалуйста, ребят. Значит, у вас есть два стиля, как вы помните, это армянский R&B. С армянский хотите начать? Давайте попробуем. Армянский? Пожалуйста. А что им надо для этого? Для армянской сделайте. Есть. Кепки. Кепочки есть? Ну и о чем говорите, ребят? Хаэс. Недавно завоз был. Давай, да? Да, у вас был какой-нибудь пакет. Пожалуйста, спасибо. Ребят. А? В лучшем виде все. Ах, ну чего, смотри, вот это хорошее. Какая вот эта чапка? Слушайте, а кто из вас по-татарски разговаривает сейчас? Ах, ничего, ничего себе. Эх, ничего себе. Вот, слыша. Здравствуй. Здравствуй. Я не могу еще, 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 я не могу еще
Кепочку возьми. Спасибо. Спасибо, ребят, вот так и армяне спели, сдали кепки, усы, пошли дальше. Оторвали усы. Только что мы им обеспечили гастроли в городе Ереван. Только что мы им обеспечили место жительства в городе Ереван. Итак. Ну что, может, перейти? Девочки, я вам хочу сказать следующее. Еще ничего не решено. Вы лидируете с преимуществом 8 баллов. Сейчас нужно собраться и показать им, кто... А кто... Понимаете? Гриша. Прошу. Мы готовы ко всему. Давай. Пожалуйста. Итак, буквально. Группа «Рефлекс». И стиль постпанк. Приготовились? Все. Значит, что, репетировать будем? А, извините, панк. Господи, о чем я? Какой репетиция? Так всем сделать нам, нет? Поток сделать. Так. Как? Сильнее. Александр. Александр, вам так понравилось прямо? Где-то это... Что-то у вас лицо что-то. А вот все. Присосочку вынули, и все нормально пошло. Это была группа «Рефлекс» с песней... А теперь премьер-министр с песней. Александр, а как-то поумнее объявить сможете? Группа «Премьер-министр» и стиль R&B. Значит, друзья, сейчас после такого как бы зажигалого нам надо просто вот сделать хит на глазах у всех. Поле у ручья,
полюбила парня молодого я. Полюбила я на свою беду. Слов я не, на, не найти и слов я не найду. Парня полюбила свою беду. Я не знаю, вот сейчас Алену выпускать. Или это уже не имеет никакого смысла? Давай без Алены проверим. Без Алены? То есть чистый эксперимент. Давайте два попробуем раза проголосовать. Давайте так. Попробуем проголосовать без Алены. Посмотрим результат. А потом подключим Алену. Итак, уважаемые жюри, пожалуйста, результаты музыкального конкурса. Прошу вас, голосуйте. Да ты что? Иррациональное число. Да. Корень из трех. Нехорошо получилось. Да, фигня какая-то. Давай, знаешь, кого выпустим? Кого? Давай премьер-министра выпустим. Да ладно. Да у нас больше этих не осталось раундов. Чего выпускать-то? Но. В общем, извините. Как оно получилось, так и получилось, я считаю. Итак, я прошу команды выйти на сцену. Прошу вас. Друзья, со счетом 36-39 проиграла команда из Красного угла, премьер-министр! И сразу быстро, чтобы ни о чем не задумываться, со счетом 39-36 победила команда «Рефлекс» из Синего угла! Итак, бой между командами группы «Премьер-министр» и группа «Рефлекс» объявляется закрытым. Спасибо! Спасибо всем участникам сегодняшнего боя. Группа «Премьер-министр» и группа «Рефлекс». Спасибо группе Jamcoy Brothers! Наш соведущий Александр Пушной! Спасибо театру на Малой Бронной! Смотрите нас на канале СТС каждую субботу, программа «Хорошие шутки». Всего вам доброго, с вами были ведущие этой программы Татьяна Лазарева!